ослики. Мы пришли на, называется, Дань, как называется, ферма пони? Дань, маленький, давай. Деревня Альпак называется. 900 рублей входит вход, и все животные контактные. Здесь кого-то нет. Ну смотри, как просит, Данечка. А его так, его кормить можно. Это как ослик. Так, а что, целовать? Они даже говорят, привыкли к поцелуям. Я, конечно, не знаю. Ну дай ему. Кто там такой? Козочка, какая-то козочка. Козочек можно гладить. Даня тут изучает инструкции. Нам дали инструкцию, в которой написано, кого можно кормить, кого можно гладить. Они все, говорят, очень контактные. Господи. Так, ой. Ути, господи. Козочка. Козочку-то можно кормить? Что там написано? Козочку можно. Они все, говорят, очень контактные и очень любят, чтобы с ними вот общались. Почему-то не, вот никто не говорит организатору, оно здесь рядом находится, но вот такое удовольствие, они все чистенькие, очень приятное место. Притом, когда заходите, если вдруг холодно, из что интересного, там можно пледы, чай, кофе, все включенные, печеньки, можно взять плед, можно здесь сесть посидеть, можно здесь часами находиться. Вот ну, это какой-то есть... он бодается. Я не хочу с ним бодаться, он очень весит. Ты бодаешься? А как тебя зовут? Ай! Вот он бодается. Вот на, вот покорми его. Рога, дай за рога подержаться. Не знаю. Я его кормлю, а ты его тискай сопнул. Данечка. Аккуратно. Смотри, как он аккуратно. Чего ты на него наговариваешь-то? Так он вон, он бодается, мам. Ну, это потому что рога, что они? Просто так, что ли? Так, кто это у нас? Ой, тигус. Так, это на кого-то похоже? Это козочки, это какие-то козочки. Ослики, ламы, альпаки, мини-пони. Плохо. Ну, короче говоря, видишь, тут все хотят десерта. Какое удовольствие, слышите, невероятное удовольствие, они все контактные. Ну, смотри, ты его сейчас копытом, куда же ты его копытом-то? Ну, по-моему... Слушай, давай им по половинке, Даня, а то нам с тобой всем не хватит. Посмотри, сколько много мам. Да, мы еще только начали ходить, а здесь этих видов полно. Вон альпаки, кстати. Так, ну что, мы их целовать? Ну а как не целовать? Они, по-моему, за поцелуями все. Сейчас, ну тебя как все шипанут. Ну давай. Я его вынести не могу с ним. Не, мама, он слишком воняет, я не буду с ним. Пошли к альпакам. К альпакам можно заходить, да? Да, к альпакам можно даже заходить. Да, можно сходить к альпакам и коле. Ага, а где вход? Вон так, вход. Так, а это вам? А это точно альпаки? Это точно альпаки. Альпаки, ты чего, Даня, альпаков не знаешь? А это точно альпаки? Это точно альпаки. Альпак. Ты посмотри, какие они. Ой, босс. Ой, ё-моё, какой там страшный. Какой он страшный? Ты посмотри, какие глаза. Ну, ты посмотри, какие глаза голубые. Ты посмотри, какие у него голубые глаза. А у тебя карие. Никто тебя не укусит, если к ним можно заходить. Даня, они такие приятные. Даня, они прям приятные. Ну почему ты его... Он просто за главного и все. Ой, черненький. Дань, давай сюда. Подойди к другому. А, посмотри, какие зубки. Дань, смотри, какие у них зубки. Так, черненький. Ой, господи, какой ты приятный. Приятный. А, да, к нему заходить. Смотрите, кто здесь. Они считают альпаки. Вот, вот это он, овечки породу. Вот. Да посмотри, какая красота. Ну, красота. Снимай с ним. Аккуратно? Я тебя очень хорошо вижу, молодой человек. Я тебя сниму. Ой, господи. Ой, какие они пушистые, мама. Какие беленькие, не беленькие. Драки не будет. Так вы меня, Целуй. Мам, целуй. Ой, господи. Видишь, как я его напугал? Дай фотку тоже сделай. Да я на видео. Ты целуй. Так. Мам, целуй. Пожалуйста, меня не кусать. Я вам молодой человек, вы же были кто? Вы барышня? Я вас прекрасно вижу. Что-то я боюсь их немного. Я вот этого вот боюсь. Так, давай разделять. Давай. Вот, смотри, дай. Давай, а ты целуй. Меня там все время прихватывает. Ну вот поцелую.
Ну ты поцелуй, поцелуй, давай. Мам. Я Аслана целовал, а ты целуй этого. Давай, давай, я выпустим. Да ты... Давай так, а вот они меня целуют, а не я их. Я видео еще снимаю. Ага. А ты можешь не фоткать? Нет. Давай, дай лапу. Дай. Котика. Даня снимет. Ой, это малышка пришла к Дане. Так. Я вот это вот хочу. Вот я вот это вот. Слушайте, удовольствие невероятное. Да, я вот я тебе дам. Так, а ты не кусай меня. Чёрный. Я вот с этим вот хочу потом. Мам, давай я, короче, тебе дам. Вот это вот, ты их отгонишь, я просто вот с этим хочу. Они никуда не хотят отгоняться, они с тобой хотят. Слушайте, удивительное место. Так, я буду давать тебе. Прям можно вот так вот зайти и погулять тут. Такое удовольствие. Ну просто, это что-то невероятное. Он у тебя что-то в карманах, но еще там ничего нету. Так, мол, а что ты уже скопила? Ну мы еще купим, если надо. Да, не надо, мы еще купим. Весь 50 рублей стоит упаковочка. Вот морковочки. Да подожди. Кроликом тоже можно зайти. Давай зайдем кролика. Идем. Сейчас найдем. Ой. Он еще бегает, вон, смотри, какой давай, малыш. Будет морков. Пойдем, зайдем. Крупными кусай. Вот этих надо маленькими. Ко мне. Это кто это ко мне прибежал? Это кто это ко мне прибежал? У кого? Ой, какой он большой. Он сам прибегает. Какой-то ушастый. Слушай, им попладеньки сказали. Там. Ой, мам, какой он приятный. Какой он приятный. Ну-ка, мам. Прям приятный, да? Ой, мама. Ну вот смотри, какие вон на жезлонгах. Ну они под жезлонгами, а можно вообще жезлонги им постелили. Ой, ты, господи боже, кажется, тише неземная. Какие уши. Мама, вот потом... Их верено, что можно кормить, но сказали их на ручки не брать. Ну вон сколько кроликов, какие ушастые кролики. Ой, какой-то ушастый. А смотри, вот этот какой громадный. Да, смотри, он прям огромный. Да. Вот этот огромный. А в Якутске вас, кстати, подают. Это кролики, а там зайцы. У него лапа большая. Слушай. А смотри, вот этот какой огромный. Прям огромный, Дань. Какой ты большой. Ты прям большой. 15 нельзя брать, да? Ну, сказали не брать. Не знаю, хочется, конечно, их. Да, не осторожно, не двигайся, сзади кролик. Так, что, вам по половинке сейчас? Так, сейчас. Можешь подержать? Конечно. Только не скажу. Нет, я не буду. Так, ну что, кто мне даст лапу? Давай, капка. Походу, их кто-то за откармливает. Их откармливает, вон рядом с тобой, слева. Ой. Дай лапу. Лапку он не умеет давать, Дань. Ой, она облизывается. Да? А дай лапу. Можно лапу? Дай лапу. Дай. А я тебе буду молоть. Эй, Коля. И поход дело здесь бы закормили. Пойдем вот дальше. Да, тут даже куски. Лама. Культурные, да? А ты посмотри, какие у него реснички. Ой, какие. А давай сейчас. Какие у тебя ресницы сумасшедшие. Слушай, я тоже такие хочу. Ты посмотри, какие у тебя. Так, давай. Чудесное место, просто. Слушай, мне кажется, их уже прикормили. Ну, да, конечно. Вот, аккуратненько берет, чуть-чуть. А смотри, как, смотри, какими кусочками ее прямо откусывает. Да посмотри, прямо вот крошечками ее откусывает. Да посмотри. Смотри, как жует. Как белочка. Он на белку похож. Че какой? Слушай, какой мягенький. Лапочки какие. Лапочки у тебя просто чудо. Ой, у тебя какие коготочки. Такой мягенький. Так, вот еще у тебя тут. Держи. Будешь? Надо поправляться. Ты да маленький. Его откормили. Тут их всех что-то откормили. Ну, конечно, всех ходят покупать. Дань. Ну беги уже, ё-моё. Чё, не хочешь? Он играться, наверное, больше ну, хочет, чем... Давай, я буду тебя...
Дань, аккуратно, Дань. Ну что, удивительное вот это место мы изобрели. Как называется, ферма альпака или как? Деревня альпака. Деревня альпака. Вот здесь вот даже в соему входит еще чай, кофе в неограниченном количестве. Можно взять плед в аренду, тоже бесплатно уже. И там сидеть. Здесь вот купить всякие вкусняшки. Я, ну, купила. Почему ходить неохота? Как-то правильно мы сюда забрели. Очень вкусно. Ой, и девчонки хорошие тут работают.